контроль. Вот это? То есть, если вы взяли, то уже Oh!
1. Слава Богу! 2. На месте. Слава Богу! На шаг. 3. Слава Богу! Фурач. Сам.
и рука у всех висит вот так. Рука должна стоять на уровне подбородка, но обычно, я говорю, на уровне глаз. Потому что все имеют свойство, что длину глаза опускают вниз. Все стоят, голова смотрит так вот, когда поднимите прямо, будет рука на уровне подбородка. Бедра под 45 градусов, рука выходила на себя. Когда? Еще раз, приготовились. И стали, блок, ич, видите, рука, ни. Когда? Приготовились, и ич. И ни. И назад. Молодцы. И ич. Ни. Бедра. Сан. Молодцы. Со стулка. Зынку туда. То же самое два раза. Когда то встали и ос. Когда? Приготовились и ич. И рука идет к плечу. Вот так. Не сюда, не туда, не туда. Да? То есть вот пальцы сюда, то есть к плечу. И ни. И сам. Мало ты не дам барай. Еще раз. Ич. Ни. В сторону, должен поставить руку так, чтобы он проходил по вашему телу. Вот так? Фу! Сейки йоку соно ищ. Вот так? Йой! Сосы приготовились в Могоре. И один! Самообороны. Когда? Когда ты идешь туда ищ, ты делаешь ич, нога, выход, кулок. Когда? Цуки, ни, нога, выход, блок. Цуки, сан, когда? Нога, выход, блок. Когда? Постановка рук. Почему это надо? Когда? И все. Ребята, знаете, мать, когда схватили за руки, когда? Это вообще стоп. Когда блоки, едам барай. Вот сейчас я проводил студенческие сборы, и половина из докторов вчера поездов, когда стали делать блоки, едам барай, идут просто. Блок, блок. Все забыли, что мы когда ставим руку, делаем блок. Постановку руки, блок. Когда? Эта постановка руки очень важна. Потому что когда схватили за руку, если вы ставите руку, видите, рука уже выходит. Вот это? Это сложнее от захвата. Раз. Если рука еще осталась, держите, то блок, едам барай, снимает руку. Когда? Если это не делать, это ошибка в технике. А в тэйкёку у нас же совсем специальная техника. Если вы встали, схватили за руку, да? Ич. Вот движение. Видите, освобождение захвата руки. Это не значит, что вы защищаете, как вы ставите защиту паха. Это значит, что вы ставите, защищаете руку. Вторая рука, когда поднимается вверх, кёкушинкай. Если рука вверху, значит, она является ударной. Тоже принцип, который должны запомнить. Когда? Это принцип. Если встали, схватили за руку, видите, или уход назад, рука ударная, лицу ее кучи, кота, или в бок уход, постановка, здесь я замах, да, цуки, геку, кота. Попробуй сейчас в парах это сделать, встали, ич, схватили за руку, да, уход в сторону, цуки, схватили за эту руку, уход в эту сторону, кота, схватили за руку, уход вперед, кота, разворот, цуки. Попробуем, сделали парень. Какая здесь кожа назад? Ребята, дали, да? Хватил, ищ за руку. Уход, то есть здесь туки, сделали. Уход, бок. Когда бок встали, видите, рука вверх. Если рука вверху, значит набьет. Или, кстати, боком, йока-гери. Когда? Чтобы уже готовится тело ваше, да? Как бы к удару. Фу, значит. Последнее, я мой, последнее. И последнее цикл, когда вы кончили, как бы дорожку кончали, цуки чуда. Ич. Да? Другой рукой. Захват. Когда? Вот поворот, поворот. Рука. Блок. Видите? Когда? Устали, видите, рука.
Рука, поворот. Жестко, видите? Блок не набирает. Когда рука сверху, ты цы ее кучу. Бросок. Ну кота. Или у сыра малаш. Да? Попробуем, сделаем карту. Точно войти. Опа. Стой. Движение на палец, рука выставляется перед собой, да? Видите, встали рука здесь, ич, на палец, рука перед собой, да? Первое движение. Второе, когда схватили за палец, да? У вас движение, ич, рука идет медленно, силы вот за подмышку, заход за голову, и рука, видите, здесь, не так. Делай по технике, чтобы было все правильно. Руку захватили медленно с ногой, подмышку, ич, да? Захват за голову и одновременно с рукой. Видите? Ни. Макота, чтобы никуда не убежал. Еще раз. Видите, как техника? Медленно схватили, медленно с ногой. Чтобы он не руку старался, как бы вы с ним боретесь на силу. Когда рука идет сюда, она имеет меньше силы, чем вы, когда руку выпрямляете. Да? Стали ич и рука с ногой, с телом. Ич подмышку, видите? Рука за голову, и вот здесь вот опирайтесь на плечо. И бросок. Да? То есть первое движение отсюда. Ич. Вперед. Второе. Учука. Следующее. Когда стали, мы когда уходили здесь, да, вас схватили за руку, мы с вами делали уход назад. Да? А здесь будет другая техника. Когда вы встали, уход, уход. Назад, но скручивание в позиции ку-ку сюда. И выдох руки. Видите, отсюда, отсюда поворот делаем, поворот кукуцу и выход руки. Да? Вот два элемента, попробуем, три элемента сделали быстренько. Первое, на работа, видите, работа, на палец резко, ич, рука отсюда, да? Сейчас схватили, здесь заброс, да? Резко встряхнули, чтобы рука встряхнулась с пальцем. Да? А вторая, это медленно вперед. Попробуем. Боевой каратэ.
Броски там показаны были, да? Разве из возгов похоже? Это поменяешь. Освобождение от захватов, заломы рук, все остальное. Вы должны это все уметь делать. Это базовая техника карате. Вот что такое карате, дзюдо, айкидо. По большому счету все это одно и то же, чтобы в бою все сделано акцент. Если карате, это акцент сделан на удар. Айкидо сделан акцент больше на заломы рук. Дзюдо акцент сделан на броски. Но каждый боевой искусство имеет все разделы. Даже дзюдо и то есть ударная техника. Тут это меньше надо обращать внимание. То есть боевое карате на везде одно, только разные школы. То есть здесь одна вершина, которая является боевым карате, ну, как бы боевое искусство. А тротинки, которые ты будешь, они все одинаковые. Вы все должны уметь делать. И есть определенный принцип, который должно исполнять. Если вы схватили за руку, да, чтобы схватить захват, вы должны бить как бы в центр противника. Резко. Удар на него. Макота. Схватили за руку. И рука ставится резко в центр. Макота, тогда вот рука будет попадать. Видите? Так, когда вас схватили, цуки, да, чтобы освободить захвата, вы цуки вперед делаете, блок макота, уходите вперед. Теперь, когда вас захватили за руку, вот отсюда, и вы хотите освободить захват, ич. Но когда схватили за руку, никогда не валите на себя, вы никогда не повалите. Чтобы валить противника, вы всегда должны привести, уйти в сторону, оставить для него место, куда бы он упал. Макота. И вот когда мы будем с вами делать блоки, любые блоки идут с тяжелым уголом за руку. Если идет цуки в лицо, ичи, да? Идет оттуда, ичи. Захват за руку, макота. Уход в сторону. Залом. Поэтому сейчас делайте спокойно. Если освободиться вперед, вперед, да? Резко руку тряхиваем на него. Вперед входит руку. Освободение. Держит на большой палец, макота. Если медленно, с ногой в него, а блок, уход с вращением на ноге. Макота. Попробуем сделать парах. Учуга. То же самое, когда встали, поворот, рука, садили, рука вперед, макота, когда выставляете руку вперед, то рука освободит захват, то же самое. И еще один этот прием, который здесь вкус удачи. Когда вас хватили за руку, если сильно держите, можете поднять, встанете так. Очень хороший прием, когда встали и в него вкручиваетесь, противник, макота, на него ушли, макота, вот прям к нему встали. Если рука не держится, хидята, ич, макота, ни. Вы? Знаете, мать, встали, ич. Вкручивайтесь. Макота. Рука локоть, блок. Да? Киджат. Попробуем сделать, смотри. Доменная. Макота. Рука доменная. Вторая рука берет. То есть левая рука берет правую противника, правая рука берет левую руку противника. Макота. Когда разные именные захваты, немножко другая техника. Макота. Применяется совпадение захват. Здесь такие руки. Тэкёку сонусан. Посмотрите внимательно. Йой дача. Понятно. Освобождение. Ич, ни. Макота. Рывок. Цуки. Поворот. Ич, ни. Рывок. Цуки. Поворот. Ич, ни. Макота. То есть руки опять же не болкаются. Вы встали? Освобождение захвата. Ич. Ич, ни. Что это такое? Смотрите, мы с вами сейчас это не делали. Вы просто элемент. Вы схватили за руку. Да? Или за две руки. Видите? Освобождение руки ставится в сторону. Ич, ни. Видите? Если рука, это еще задержалась, если задержалась рука, видите, захватили. Рука оставляется вперед и блок в сторону. И здесь противник находится к нему лицом, он к вам. Вы как бы видите прямую. Еще раз, смотрите, внимание. Ич. Видите, рука вперед. А здесь блок учу. Когда? Если две руки схватили, то же самое. Две руки. Ич, видите? Когда? Попробуем пара, как раз сделали еще. Возьми захват, который поменяет тэкёку сону сан. Как взять самому руку, да? То есть вы должны это знать, уметь применять тэкёку. И когда делать тэкёку сону и сону сан за перемещение. Видите? Йой дальше, да? Освобождение, блок. Руки. Цуки. Рука. Освобождение, блок. Цуки. Цуки. Рука. Освобождение, блок. Видите? Цуки. Да? Поворот. Рука, блок. Освобождение, цуки. Поворот. Рука, блок. Освобождение, цуки. Рука, блок. Да-да? То есть руки должны быть прозрачными, не болтаться, руки должны быть сильными. Макота? Фуда! Тэкёку сонусан. Йой! Вот все. Ич!
Ни, освободи, опа, ямы назад. Ребята, здесь делать ошибку красивую. Ич, освободиться. Ни, на месте прыги не меняй, а потом прыгай. Ни. Макота. Еще раз. Ич. Ни, на месте и шаг. Сан, руки не болтает. Али, ну у тебя вообще такое, сейчас руки болтают. Чи. Го. Жесткие руки, кулаки не разжимать. Ичи. Ачи. Кухте. Ши. Ич. Жесткие руки. Ни. Сан. Чи. Руки не болтаются. Го. Куху сразу. Ичи. Ачи. Кухте. Ши. Не болтается руки жестко вперед. Ни. Сан. Жесткие руки. Чи. Ну, сейчас было хорошо. Ямы, ногу переставь вперед, лица, и ос, ос, ос назад, ос, 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 без полуторастайки, когда? Вперед назад, приготовились еще разочек, дорожка, приготовились, и отжимай. Что здесь должен быть блок на руке. Кота. Ни. И блок за рукой. Видите? За ус. Сан. И там барайт на руке. Кота. С дальней дистанции. Видите? И тело поставлено должно быть правильно. Почему? Маги там барай. Ёй. Мачи. Когда удар идет в лицо. Ич. Да? Лицо. Вы дистанцию держите. Видите, рука стоит. Блок вам нужен не то, что как бы отбиться, не стать как будто он бьет, да? Вы должны, во-первых, сохранять, прежде всего, у вас работает ваше тело. Ич. Видите? Дистанция. А блок нужен для того, чтобы сконтролировать руку. Это классический блок. Вот в карате рассчитан не на то, как нокдаун, который мы с вами понимаем. Это же карате, может быть, уже здесь предметы в руке, палка, нос, все остальное. Для контроля дистанции. Когда? Соту, когда идет контроль дистанции. Ичи. Здесь контроль дистанции, тело, видите? А контроль идет за рукой. Отсюда локоть. Макота. Потому что если предмет будет, чтобы он не вошел в вас. Макота. Кидам барай, когда идет у вас удар, живот. Ичи. То же самое, контроль, видите, тело. А контроль руки опять здесь, далеко от себя. Макота. Понятно? Попробуйте сделать четко, чтобы, ну, самое сложное, что когда отсюда. Первый ряд, конечно, представьте, сделает практически хорошо. А вот там зеленый. И желтые. И просто. Ну, Стали, попробуй еще раз это сделать. Потихонечку, спокойненько, чтобы за локтем прямо. Фуды. Майди нам барайой. Ой. Рука идет вперед. Он более не верит, нога идет вперед на тапом. Кота. Вот эти по удаче. Даже ноги хотя бы на одной линии. Ич! Уход! Блок. Кота. Вы должны выйти слегка вбок, его нога стояла, его нога была внутри вашей. Сотуха, ни, вы входите, а с блоком проход. Кота. Идам барай, сан, уходите, а с блоком вы. Кота. Реакция, то есть тело, ноги движутся, стойки. Стойки конечные, знаете, что вы сдали, и бу-бу-бу переместились. Кота. Вы должны приспоставить своему партнеру. То сам назад, ичи, и, опа, ни. Ай, ни. Апа, ну кота. Сам гидамбарай. О! Вот так, молодец. Угада? То есть ноги предпоставлены, что время, как бы нога, которая блокирует, должна находиться со стороны ноги, которую атакует. Угада? Попробуй пара, что это сделать. Вот. Сейчас становится плохая настройка санчин дальше. Все становятся широко. Угада? И вот стойка кукуцу дальше. И санчин дальше стоит тоже. Если ставить стойку кукуцу дальше, нога стоит правильно, повернулись нога. Санчин. Угада? Санчо, кокуцу. Шаг. Кокуцу, правильно. Раз ступня, два ступня, еще половиночка и вертикально. Видите? И на мысочку вернулись. Санчо, кокуцу. Опять. Кокуцу, санчо, кокуцу. Молоте, кокуцу. Да? То есть сейчас и ниже сесть. Когда вы встали, санчо, смотрите, на мысках.
Эта нога не остается, а второй две-два мазка работают. 50 на 50. Кукуцу мы стоим. 70-30, а гроссанка 50 на 50. Да? И поэтому две ноги работают. А когда? Приготовились. Кукуцу и кукуцу стоят. Все стоят кукуцу. Значит, шаг кукуцу, санчин кукуцу. Когда три оса. Ос, ос, ос. Полосет ич, ич. Ос, ос, ос. Ай-яй-яй. И ни. Две ступни работают, две ступни работают. И за. Oh!
Надо судить еда, когда прямо была вниз. Когда? Йой! Могуры и аджима! Ич, то есть уход. Локота. Видите, как рука берется? То есть, наверное, дальше. Рука ставится перед собой, нога ставится и цуки. Это первая техника. Потом идем у нас техника йода-нука. Да? Почему делаем много раз йода-нука? Если схватили за руку, ич. Защита от захвата. Руку вверх, йода-нука. Локота вверх, йода-нука. Локота вверх, руку, йода-нука. То есть вы не тянете себя, а блок ее ошибает себя. Кота? И последняя форма у нас шута-маваш-лука. Шута-маваш-лука. Здесь, вот в книге, которую вы писали, такой главный пример. То есть когда вас схватили за руку, двумя руками, сильный захват, вы руку свою, как бы раз, поворачиваете, ставите, ноги, да? И руку двумя руками вытаскиваете, и удар вперед. Да, шута такой. Шута, такой тут, когда? Еще, смотрите, встали, ичи, да? Рука ич, две руки встали, встали, и руку вытаскиваете на себя. Ич, вот, видите? Шута, такой тут, когда? То есть, когда стоите, вас за руку схватили, вы входите в кукус дачи, опять вступает назад, ставите жестко, растягиваете противника, и руку на бедро вытягиваете с блоком шута малашу. Когда? В парах сделайте три момента. Можешь в нос. Что-то захват точки. Болевая точка. Вот на точке, точки, глаз, да? Ключица. Тоже та работа. То есть это форма. Форма. Да ну как ты делал форму? А когда самооборона, ты смотрел, ич. У тебя рука выше, куда ты будешь ударить? Глаз. Что удобнее? Захват точки, то самое направление. Туда, а? Вообще туда сам вот удар захват точки, он бьется тех. Он бьется вот так, правильно. Ну это как бы такая короткая форма. Да, сверху, да, сверху вниз, да. Понятно, да? Ну, четко такого нет. Вот смотри, вот видишь, вот раз, вот и поставил. А вот как отсюда рука идет, вот видите? Вот удар. Это как бы удар сверху вниз, вот эта форма она называется шута сакон суучи. Есть форма удар сверху, есть там как? Йодан учиука. Да, шута йодан учиука. Это такая может быть форма. А если делаем шута маваши лука? Шута маваши лука. Шута маваши лука может быть. Тогда не удар? Нет, шута маваши лука у нас это форма. Блок. Блок. Шута маваши лука форма. Вот эта форма вся называется шута маваши лука. А какие применяться нам может быть по-разному? Они же думают, что это только удар. Нет. Я почему говорю? Ямы. Так,
сложно вкусить. Это набор возможностей, которые вам дают. Это не значит, что вот точно должно сделать так, вот так вот, так-то, и такое значение, как написано как в терминологии. Вот кома кама учит, да? Блок, когда мы знаем, удар, кома кама учит. Он написан как удар, кома кама учит, а выполняется в форме захвата, в форме как бы блока. Когда? Шута мала шута, блок техника, вот движение самое, это форма. Но может выполняться в различных формах от захвата. Когда схватили за руку, да? Вот, то есть, если вас схватили за руку, в любой форме, вас схватили за руку, да? Вот вы уже видите, уже можно освободиться в этой форме. Когда, встали здесь, да? Последняя форма может быть освобождение. Встали тут, и в эту сторону освободились, да? Последняя фаза может быть как блок применять, как удар. Если вы сделали блок, да? Блок, положим, этот блок и цуки в лицо, да? То может быть как блок от удара. Начальная форма, которую на движение ставим, как освобождение захвата, может быть смах или ноги. Нога идет вперед, нога, да? Смах ноги, да? Блок. Если идет рука вперед, встали, да? Это может быть смах руки в эту сторону, да? Может быть блок, да? Встали, ичи, да? Я ставлю, может быть смах руки в эту сторону. Движение, да? Сама форма, цуки, да? Цуки, ичи. Блок, видите? Может быть, или мы прием залом. Форма движения руки остается одна и та же. Возможностей много, когда? И это пример на самооборону. Их может быть десятки вариантов, таких примеров. Но форма, которую мы делаем, вот, что должно быть принципиально? Если ставить две руки над коленом так, чтобы эта рука загораживала удар в живот, эта рука блокирована, да? И тогда круг происходит, тело стоит боком, и тогда блок осуществляет движение круговое. Круг – это форма. Да? Шута мала шука. Макота. То есть шуто – круговой блок. Ясно? Ну, рядом. Рядом руки, да. Наклад можно уложить слегка, но руки должны быть вместе. Здесь поставили над коленом. Макота. Шута. Да. Даже здесь два. Гьяку цуки. Макота. Длиннее стойка. Длиннее, длиннее. Вот длиннее, длиннее. Длиннее, длиннее. Это неправильно. Длиннее. Ну, выше. Нога. Пятка это может быть поднята. О! Длиннее, 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 длиннее. О! Надо дни. Вперед ступня идет. Ич! О! Назад, дни. Впереди ступня, вперед назад. Ич! Назад. Ни. И под ногу ходили. Ни. Стой. Ну когда? Опять. Нога. Ич. И под ногу. Ни. Стой. Когда? Нога впереди, движется вперед. Готовились? Полностью разрываться. Ищ! Ни! Нога впереди! Сам! Молодцы! Ищ! Я не знаю, что это. Ноги вот так. О! Если вы удар здесь, я или в эту сторону отведу руку, или в эту сторону отведу руку.
Если я стою здесь, зажимаю живот, удар, живот, да? Если живот, я руку здесь отобью, макада, то есть руки, когда вот перед собой, хожу руки, ничего нет, стой, фух, руки встали, макада. И в это не просто руки выставлять, или как бы дернуть вверх, встали, ич, контроль, фах, руки поставили, макада, контроль перед собой. Тогда будет стойка нормальная. Я куцуки продлеваю, майки догоняю, стойка, да? Продлеваю, майки догоняю, стойка, да? Еще раз, фу! На! Разворот! Кота туда вперед! Ребят, затупчи болят, сейчас мы сделаем в парах разворот. Возьми за шиворот. За шиворот, кота? Разворот! Как мы делаем? То есть стойки стоим, да? Ич! Замах и смотрим, руку ставим перед собой. Видите, поворачиваемся вот всем телом. И рука это стоит перед собой, загораживает как бы кава, чтобы лицо не ударило. Тройный замах. И только когда руку ставили в позицию, блок отбиваем в сторону. Да? Видите, еще раз. Хватили за шиворот. Раз, да? Поворот. Ич! Встали. Рука. Это рука. Захват как бы за голову. Да? Или, если вы встали, блок. Ич, руки. Если есть контратака, блок. Макота. То есть, ич, руки, контроль. И дальше. Макота. На место. Фу, дальше. Ногу ставите. Раз. И поройте замах. Макота. Бог. Еще раз, давайте внимательно. Нога. Раз. И рука. Видите? А потом уже идут руки. Понятно? Попробуем. Нога, тело замахом, потом руки. Приготовились. И ищи, нога, замах, руки. Давай, давай, давай. Только 50 на 50, сидеть. Туда. Еще раз. Ни. Прямо. Сам. Поворот. Чи. Поворот. Гу. Поворот. Ру. И. Сичи. И. Ачи. И. Ку. И. Чу. Видите, две ноги сразу. Когда? Приготовились. Юй. Прямо сразу двумя ногами, не ку-ку, туда, сейчас как две ноги, и отжимай. Еще раз, когда майгири, и стойка, видите, достаем, я чуть-чуть, и камайте, видите, вход, когда майгири, ич, камаете, меняем руки, макота. Если дошел достать, цинку сюда же. И уход. Макота. И уход стоит. Знаете, встали. Майгель, майгель. Ич, цинку квадрат. Майгель, ич, квадрат. Майгель, ич, квадрат. Вот и все. Блок. Макота. Майгель, я кусуки, быстро квадрат. Рука, фух, назад. А что с этой налетит? Кто? Вот она не дернул вообще. Возврат-то. Ребят, сейчас будем тренировать немножко. Встань сюда. Вот стали так. Дистанция. Дистанция, чтобы ногой не достать. Видите, ногой не достаю. Вот он стоит просто, повесит кимоно так, да? Не, отойди, не двигайся. О, ладошка так, да, так, поставь. Вот так ладошку поставь. О! Встали. Видите? Ич. Назад. Ич. Назад. Ич. Назад. Ич. Назад. Ич. Назад. Это? Видите, прыгнуть и прыгнуть назад. Здесь раз один, здесь раз другой. Это? Толкайте ногой. Дзинкуцу. Ногой отталкивайте. Камаете. Видите? Дзинкуцу. Рука проходит. Камаете. Это? Длинная дистанция. Видите? Длинная. Ич. Достать. Уйти. Макота? Майгири. Сейчас без майгири, просто рукой. А как прорабатывать? Встали. Ич. Рука. Ич. Назад. Видите, какой дистанция? Во! Рука длинная. Макота? Попробовали просто. Встали. Камайте. Дзинкуцу. И уйти. Макота? Попробовали. Длиннее дзинкуцу. Прямо встать дзинкуцу. А вот сразу рукой толкать ручки. Сразу по пути он туда. Макота? Шикарный длинный вперед. И квадратный, когда? Фудач. Разрака номер два. На что обратить внимание? Майгири. Стандарт.
Камайте. Гезу цуки. Цикнуть. И назад. Вот это. Быстро. Шух. И назад. Приготовились? Камайте. Постов. Ич. И назад прыгнуть. Вот это. Ни. Еще раз и ич. Ни. Са. Молодцы. Сан. Выход. Мугата. Ич. Ни. Сан. Выход. Мугата. Молодцы. Ши. Ос. 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 Мугата. Ич. И. Ос. 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 И. Ос. 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 Мугата. Приготовь. Юй! Мати! Первый шаг. Ос-ос. Мугата и стоять. И ич! Ос-ос. Стоять. А теперь продлеваем стойку. Ос! Ос! Мугата. Ни! Ос-ос. Жестко. Ос! Ос! Мугата вперед работает. Сан! Ос-ос. Жестко. Ос вперед. Ос! Молоты! Чу! Фигуден. Блок надо сделать на уровне глаз. Мугата, а то не боюсь чего. Приготовишь еще раз. Ос-ос, ич. Ос-ос. Не прыгать. Просто. Ос-ос. Ни. Ос. Ич. Ос-ос. Ни быстро. Ос-ос. Ич. Ос-ос. Ни быстро. Ос-ос. Молодцы. Тогда ни. Бьете кулаком. Пятку отрывать, мысок стоит опором, когда? И длинный-длинный зенкунцу, когда? Хорошо, что это такое? Нет, сегодня, длинный. Давай ты. Удар идет в живот, когда? Ичи. И. Ос-ос. Видят вот в сторону, когда? То есть встали? Здесь ичи, да? Ич. Ни. И жестко. Когда? Удар. Давай. Приготовились. Фу. И ич. Назад взять на уход. То есть яку цуки, назад уход ногами. Молоты. Ши. Молота. Яку цуки, дунгушу, фиксар. Потом все равно. И. Ши. Приготовились. Юй. Назад номер 4. Молоты. Ши. Вот счет. Ич, яку цуки. Ич. Назад. Стоять. Стоять, держать руку здесь. Теперь здесь за руками. А теперь помни, мая-мая, ягоцуки колем. Кота. И аджиме. Нога не сработала передняя, кота. Больше вперед-назад. Молоты. Ягоцуки, ищ держать. Держать. Майя гей ягоцуки, аджиме. О, молоты. Я тут руки доставать. Кота прям длинный. Когда вперед. Лук-кик. Я тут руки, да? И. Лук-кик. Я тут руки. Стойка. Лук-кик. Я тут руки. Стойка. Кота. Чтобы было у вас как бы движение вперед-назад. Приготовиться выход как бы из атаки. И. Ич. Ни. Не, это никак не камает, это не... Не на даун карате, когда стойки длиннее и ниже. И сан. Мама ты, ближе длиннее ноги. И ич. Ни. Сан. Мама ты.
Камайте. Май гири, меняем руки. Стойка. Йога гири, руки вверху. Ич. Усыру гири, рука. Да? Вынос на грудь. И. Яку. И возврат стойки. Кота. Вот этот возврат стойки обязательно сделать. Кота. Фу. Разрадку. Ой. Мати. Шу. Май йога. Усыру и возврат. Кота. И. Один.